Мы на месте. Мы приветствуем Даину, интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, готова и доверит. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Даины под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Даины. Находит все. Да, чисто. Отлично. Никаких неупокоенных душ нет? Все чистенько, да? Отлично. Хорошо. Тогда давай заправим Даину энергиями и поднимем ей вибрации. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 340,25. На счет 3 макушку головы Даины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 340% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готов. Хорошо. Сейчас будем возвращать Даину и сразу перейдем к чистке ее квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Даины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Хорошо. Отключаемся от объекта. Квартиру Даины ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед входной дверью. И здесь. Устанавливаю по всему. 2, 3. Пошел процесс. Входи в квартиру. В зале установилась клетка. Хорошо. Кто у нас там? Арахноид. Гуманоид. Гуманоид. Черт. Непокойная душа и две воронки. Под воронками открывая портал в галактическое ядро. Они уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Для гуманоида снимаются маски и голограммы. Предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Это гуманоид, и у него в спальне как пелена такая, как шлема, что ли, вокруг кровати. А что ты здесь делаешь, паразит? Душу собираю, энергию откачиваю. У тебя есть разрешение на это дело? К ней не лезу. Квартира не защищена. Хорошо. Сколько ты находишься? Откуда ты, во-первых? Нибиру. Нибиру. Сколько ты находишься в этой квартире? 8 месяцев. Интересная ситуация. Сколько ж ты у нее успел откачать за это время? Не понял вопрос. Ты 8 месяцев находишься в этой квартире. Ты сказал, ты собирал энергии, да? Души. Или ты собирал душу? Что души. Неупокоенные души. Портал. То есть они приходят к ней, а ты эти неупокоенных душ переправляешь в свой портал? Да. Ты знаешь, не все, только те, которые верят в меня и моему свету. И кем ты перед ними предстаешь, перед неупокоенными душами? Светом, святым старцем. Какой ужас. Ты за это будешь ответ нести, я тебе это гарантирую. Так, Вера, где находится вот этот его туман? Он вокруг кровати, как квадратный прямоугольник в образе света, да. Прям портал. Хорошо, под этим порталом внизу под кроватью открываю большую воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. Портал, фантом портала, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Неупокоенная душа. Откуда ты? Вернее, как долго ты находишься в этом доме? 2,5 дня. 2-3 идет. Что 2-3. Ты пришла по какой причине? Уйти хочу. Хорошо. Ты имеешь какое-то общее с этим гуманоидом? Он тебе предлагал перейти в его мир? Предлагал. И ты поняла, что это неправда, да? Свет. Ложный. 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 Абсолютно. Иллюзионный. Как тебя зовут? Как тебе обращаться? Уля. Уля, давно ты закончила свой земной путь? 1999. Понятно. Несчастный случай или от старости? Да, от старости. Понятно. Закончила свой земной путь. А после этого почему не ушла сразу? Хотела посмотреть? Интерес был. Интерес. Не была еще старая. Понятно. Но ты получила свой опыт, и сейчас ты поняла, ты хочешь уйти
Светлый портал. Да, я накопила достаточно опыта. Хочу идти дальше. Хорошо, Уля, не смею тебя больше задерживать. Тогда сейчас я открою портал и желаю тебе всего наилучшего. Открывается сейчас светлый портал в чистилище 1, 2, 3. И Уля уходит в этот портал. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Ее куратор встречает ее. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, какой у нас черт? 5. Арахноид, выходишь, собираешь всю свою паутину, все свое потомство, все, что у тебя находится в этой квартире. Возвращайся в клетку, докладываешь мне о готовности к проверке. Приступай. У него в зале над потолком паутины много. В зале, хорошо. Там наверху окно, крыша, получается, это портал. Будем закрывать, когда время дойдет. Арахноид собрал. Хорошо, Арахноид, больше в этот дом ты не зайдешь, тебе это понятно. Да, понятно, он отягучит. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, черт, выходи, собирай все, что ты раскидал в этом доме, в этой квартире. Все комочки, одеялки, сеточки, все свои ловушки, все собирай, возвращайся назад. У него воронка небольшая, он в ней передвигает, собирает все. Ты давно в этой квартире находишься, черт? Около года он из передвигается портала. По порталам. Я понял, да. Все собрал. Ты кому-нибудь подключен в этой квартире или никому больше? Нет. Хорошо, черт. Он хочешь портальный черт. Портальный черт. Ну он хорошо. Не цепляется никому. Он не хочет последствий. Очень даже разумная вещь. Я тебе скажу то, что я сейчас услышал. Хочешь получить негатив из этой квартиры? Без космических энергий хочет. Мне 2 секунды стоит разделить энергии, конечно, я их разделю. Хорошо, тогда пошли по квартире, показывай мне сейчас, где находятся порталы, я их закрываю, после этого собираю тебе негатив в этой квартире. Пошли. Ну вот, потолок, окно в зале. Хорошо, внизу, в этом месте открываю воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частица портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Пошли дальше. Батарея в кухне, под окном. Под батареей внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяй. Дальше. Зеркало в коридоре. Ну, как я и говорил. Под этим зеркалом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя, и мы советуем Даине поменять это зеркало, избавиться от него. Идем дальше. Больше нет порталов. Хорошо, возвращаемся все к клетке. Здесь. Хорошо. Прошу Ли выйти со мной на связь. Ли, на связи. Ли, я приветствую тебя. Я с матрицы обращаюсь к тебе. У меня здесь гуманоид с Нибиру. Он установил вокруг кровати какой-то портал и человек-проводник душ. То есть он пытался эти души обманом свой мир забрать, перенаправить их через эту ловушку. Представал перед ним старцем со светом. Мы только что отправили неупокойную душу, которая не пошла на этот обман, потому что свет ложный. Отпускать его мне не хочется, как ты скажешь. Они заберут его, они выстраивают как коридор наверх и перетягивают его по коридору. Готово. Отлично, он ушел, да? Да. Хорошо. Видел такое когда-нибудь, черт? Он говорит, что ты умный. Хорошо, давай сделаем тогда следующее. Так, ты свою работу сделал, моя работа. Даю команду на счет 3. Один идет космическая энергия, в другой шар идет низкая вибрационно-эмоциональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Пошел процесс. Готовы, шар. Опиши. Ну, гуманоида свет. Да. Тот, который был он в шаре вместе с другими космическими энергиями. Большой? Но они равны. Хорошо, под космическим открывая воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, черт, твой шар забираешь? Да, ждет. Отправляю черту. Готово. Хорошо, черт, здесь все будет закрыто, поэтому найди новое себе место обитания. Все понятно?
Понятно. Открывается внизу портал на чистоте черта 1, 2, 3. И черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Отключаемся от квартиры.